26 сентября 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Призрак бродит по Европе. Нам достаются продукты брожения. Написала 13 марта 2011 года этот афоризм. А про политику у меня еще какие афоризмы. От социализма до капитализма всего ничего до всего ничего. Коммунисты в 70-летии боролись, чтобы все было даром, и вот все даром. Не то досадно, что капитализм загнивает, а то, что запах постоянно в нашу сторону. Вот такие у меня политические афоризмы. Не, ну про политических много, особенно про депутатов. Представителям народа все сложнее представить себе народ. Ну, в общем, в таком духе.